Поблагодарить всех вас. Я вижу здесь много общественных организаций и политических партий за то, что, несмотря на дождливую погоду, вы пришли вместе сюда, на эту площадь, для того, чтобы выразить общую солидарность армянскому народу в связи с теми чудовищными преступлениями вековой давности, почти вековой давности. Вы знаете, я сегодня очень... ту кровавую резню, которая была, 1,5 миллиона мирных граждан, которые погибли. Если Европа признала вину за Гитлера, то Турция должна сделать то же самое. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы помянуть те жертвы чудовищного преступления. Но наша главная задача, здесь очень много молодых, наша задача не только помнить все это, я вижу здесь плакат «Никогда не забудем, никогда не простим», но самое главное, не допустить подобных событий в будущем. И я вижу, как армянский народ не только словами, но и на действиях доказывает, что он действительно готов защищать своих граждан, он готов сделать все, чтобы такие события не повторились. И мы, русские, мы должны брать с вас пример. И мы будем брать с вас пример. Потому что Россия признала вину за Сталина. Но я недавно ехал в метро, Белорусское, я увидел портрет Сталина. Я вижу митинги сталинистов. Это неправильно. Потому что мой прадед погиб в сталинских лагерях. Мы будем брать с вас пример. И последнее, что я хотел сказать. Гитлер, чтобы оправдать свои действия перед началом Второй мировой войны, сказал: ну кто-то помнит армянскую резню. Так вот, мы помним, мы никогда не забудем, и мы сделаем все, чтобы это не повторилось. Спасибо.